О, с этого и начнем. О ночных бабочках. Вот, все прослушался. Жил на свете замечательный поэт. Налейте мне, пожалуйста. Я не знаю, почему его не изучают. В школе? В школе. Потому что это законодатель формы. Он для развития поэзии сделал очень много. Звали его Семен Кирсанов. Семен Кирсанов. Кирсанов. Мне, понравилось. По-болгарски Верочка говорит. А, он очень талантливый. Нет, как раз я не сказала. У него столько критики всегда было, что он не очень талантливый. Он гениальный поэт. Правда? Верочка. Не будем спорить, я просто спою. В 60-х мы его задолбали. Задолбали, но его нужно прочитать. Слушаем. Он еще не открытый. Вот. Потому что неизвестно. Ну, хорошо, я сейчас спою песенку на его стихи. Вот и все. Которая мне привиделась, причудилась. Называется «Бабочки». О бьющихся на окнах бабочках подумал я, что разобьются, но долетят и сядут набожно на голубую розу блюдца. Одна стучит, не унимается и как бы просит, чтоб открыли и глаз посыпается с печальных врубелевских крыльев. Она уверена воистину с таинственностью чисто женской, что только там цветок единственный способен подарить блаженство. Храня бесстрастие свое, цветок печатный без участия. К ее обманчивому счастью блаженство ложь. Свои? Попою свои. Но все-таки хочу вступиться еще за Семена Кирсанова. Художник этакий чудак, но явно с дарованием. Снимает нежилой чердак в домишке деревянном. Стропила ветхие черны, в отрепьях паутины. Но каждый вечер у стены шуршат его картины. Картины странного письма шуршат, не затихая. Ты кто такая? Я сама не знаю, кто такая. Меня и даром не продашь, как поле на рассвете я. Ни портрет я, ни пейзаж, но я живу на свете. Другая застонала. Нет, ты все же чем-то поле, а я абстрактно
Я портрет неутолимой боли. А третье, это все равно портреты, я пятно. Но я пятно на сердце. Четвертое, пусть обо мне твердят, что безыдейно. Но я пейзаж души во сне без сновидений. А пятое, кто любит сны, меня же тянет к спектру. И я любовь голубизны к оранжевому цвету. Шестая. Вряд ли мы поймем, что из-под кисти вы. Зато меня в себе самом всю ночь художник видит. Я в нем живу, я в нем свечусь. Мне то легко, то грустно от красками плывущих чувств. Хотя я холст. Без грунта. Его задумчивых минут ничем я не нарушу. Пусть он светит глазами внутрь свою цветную. Пою несколько песенок на... Стоял Кирсанов. Ну да. Стоял. Великолепно. Ну, мы потом с Верочкой посидим отдельно, разберем. Значит, тогда да. Это было запрещено, и мы это не знали. Однозначно. Тогда? Так же, мы ответим нашим чадам. Мы ответим нашим чадам. Удивительно, ряд. Это что там? Мы ответим нашим чадам. Правду, и мне все равно, удивительное рядом, но оно запрещено. Ну это в сумасшедшем доме. Канадчикова дача. Вы тоже там были? А как? Только я на канале здесь, на крюку, на этом. На пряжке? На пряжке, да, я оттуда. Оттуда? Мы с вами родственники. Не стало, это номер 6. Безгрешны и чисты. Вот
почему мне радостно и грустно? Вот почему я думаю. Вы прячете в ресницах так искусно. Зеленый блеск не отразит. Что с вами будет, мне не все равно. И я прошу, чтобы вы не улыбались и сердце распахнули. Не пытайтесь казаться наивной, притворяться, что верите мне. Между нами исчезла взаимность в песне ветра, неверной луне, где луна равнодушно печально расплескала серебряный свет. Я боюсь нашей встречи случайно. Сердце знает случайности. Но не верю, не верю, не верю. Сколько раз я в ночи повторял, стали вы без больших. Промелькнул в моем сумрачном сне. Может, будет все так же, как прежде, если вы возвратитесь ко мне, чтобы развеять всю горечь разлуки, чтоб затеплить погасший очаг, снова слушать вечерние звуки, как дрожат огоньки на свечах. Но не верю, не верю, не верю. Повторяю, как будто в бреду. Вы останетесь вечной потерей, пока я сам себя. С Рождеством Христом. Богословы, я не знаю про это ничего, но богословы нас учат, что с Рождеством Христовым мы перестаем быть рабами Божьими, раз мы братья во Христе, а мы становимся сынами Божьими. Вот. Не всегда батюшки на проповедях говорят это, но тем не менее. Будьте здравы. Будем здравы, братья и сестры. Будем здравы, да. А вот, вот же такое ощущение, что это воспринимаешь. Все по плану. Брось.
китайском ресторане красный шелк, фарфоровые дамы в желтых рамах, витает аромат восточных храмов, а я послушать музыку зашел. Она велась свободно и легко, торжественная, нежная, простая, и журавлей папирусная стая земное унесла за облака. Бокал вина я допивал до дна. Все вместе. В расшитом строгом платье, и как дитя в руках улыбнулся. Пришел.
Спасибо. Как надо? Такого исполнения у Виталика еще никогда не было. Да, что? В этом подвале самый просто... Самый замечательный китайский фок. Обычно я предупреждаю зрителей, говорю, в этой песне нужно, чтобы звучал китайский фок. Да, 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 да. Налилась водка. Да, 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 да. Настоящий солист китайский фок. Я не хотел тебя...